привет! Мы сейчас звоним моей подруге и однокласснице Насте Рачковой. Я сейчас буду с ней говорить, если она ответит. Кстати, стали Маруся, это уже третья часть. Четвертая! Третья, четвертая. Я сейчас тебе покажу третью. Окей. Я не знаю, вообще, какая-то часть, я напишу вам внизу, вы увидите. Ответь. Ну, Настя, ответь, пожалуйста. Она не отвечает. Нет, давай другому кому-то позвонить. Даша, попробуй чекурина. Сейчас мы опять выслушаем. Ну, Даша чекурина ответит, конечно. Давайте попробуем Даша сейчас чекурина позвонить. Я уже подумала. У меня другая уже есть. Давай. Вот она, чекурина Даша. Сейчас твои подписчики сами себе будут звонить. Вот она уже. Алло. Привет, алло. Даш. Ты попала на YouTube. Мы снимаем видео. Да, на моем канале сегодня выйдет видео. Ну или завтра, как я снимаю, в общем. Звоню подписчикам. Ясно, спасибо. Передай привет кому-нибудь, да. Ну, я, наверное, передам лучше всем. Всем? Спасибо. Даша, ты можешь задать мне любой вопрос прямо в видео. Хорошо. Во сколько часов ты ложишься спать? Я ложусь спать в 10 часов вечера. Угу.